поэтому не усматривает оснований для применения. В России судят сотрудников ФСБ за жестокие преступления, в том числе за убийство 2 граждан Таджикистана. В Уральском окружном военном суде начался процесс над бывшим лейтенантом ФСБ, служащим отдела по сопровождению оперативных мероприятий у ФСБ по Тюменской области Алексеем Коротковым. В убийстве 7 человек, совершенном организованной группой, кража, то есть там хищение чужого имущества, совершенном организованной группой с незаконным охраняемым помещением. Его обвиняют в 7 убийствах, а также в 13 эпизодах разбойных нападений, хулиганстве и похищении людей. Все преступления, по версии следствия, он совершил в составе так называемой «Тюменской банды ФСБ». На протяжении 9 лет, с 2008 по 2017 год, они держали в страхе тюменских предпринимателей, трудовых мигрантов и таксистов. Об этом пишет «Новая газета». За все это время следствием установлено, что жертвой бандитов из ФСБ стали 6 трудовых мигрантов. Большинство из них были гражданами Таджикистана. Примечательно, что факты убийств граждан Таджикистана, впрочем, как и всегда, не вызвали никакой реакции и интереса со стороны режима Рахмона. Россия наш ключевой стратегический партнер и союзник.